По сравнению с прошлогодним чемпионатом, когда за чемпионство боролись 16 коллективов, в этом году в первенстве приняло участие лишь 10 команд. Конечно, хотелось бы большего количества соискателей, но малое количество коллективов компенсировалось их мастерством и уровнем, заметно выросшим в последнее время. Несколько команд примерно равны по силам, откровенно слабых и проходных соперников в этот раз не было. Если не брать в расчет две команды, в итоге занявших последние два места. Да и то они сумели попортить нервы многим середнякам. К сожалению, в этом году не самый многочисленный турнир получился. Немножко мы не добрали до своего обычного уровня, там порядка 12-13 команд. Три основных у нас команды, даже четыре, да, кто всегда борется. Они, конечно, на уровне, заняли свои достойные места. Кто, в принципе, на что наиграл, то те места и заняли. Ну, в целом, хочется сказать, что, конечно, уже этот турнир не ежегодный, не первый раз, и уровень команд заметно растет. У нас подрастает молодежь, которая тренируется в наших школах спортивных, поэтому, в целом, каждый год, конечно, все тяжелее и тяжелее, особенно команды, которые возрастные. У нас из ТМК многие люди с завода, практически все из торгового дома, возраст уже и под 40, и под 50 лет даже есть, конечно, нам с ними тяжело. Не так много молодежи, а остальные команды подпитываются молодыми парнями, и уровень растет ежегодно. Поэтому с каждым годом все сложнее и сложнее. По традиции, сложившейся в последние годы, главным фаворитом турнира считался действующий чемпион – Полевская пивоварня. И как и в прошлом розыгрыше, так и в нынешнем, они не потерпели ни одного поражения и всего дважды сыграли в ничью. Хотя и другие команды не собирались сдаваться без боя и намеревались прервать гегемонию пивоваров. Так, в целом, замечательный турнир, и летний, и зимний проходит. Я считаю, что это отличная идея. Город у нас развивается, играет в футбол, общаемся. И чтобы впредь команд, число команд росло под 15 команд, и этот турнир продвигался не 2-3 месяца, как сейчас, а ровно полгода, чтобы мы с удовольствием и зимний, и летний период играли в футбол. Тем не менее, пивоварня с первых туров задала высокий чемпионский темп, уйдя в отрыв, не позволив конкурентам себя опередить, защитив чемпионский титул 9-й в их активе и отыгравшись за поражение в зимнем чемпионате. А за два оставшихся призовых места шла нешуточная борьба. На попадание в призеры могли претендовать сразу несколько коллективов, причем и по игре, и по результатам они заслуживали этого. Но «Фортуна» благоволила более удачливым. Кстати сказать, второе место и заняла команда «Фортуна», уступив чемпионам 9 заветных баллов. Отстав от них еще на 4 очка, третьими финишировали коллектив ТМК. Мы, в принципе, стараемся достойно, собираемся на все игры, ответственно подходим, поэтому все три года мы в призовых местах. Зимний у нас попроще, в связи с возрастом зимой играть полегче, скользко. Летом нам, конечно, посложнее, но достойно. Да, в прошлом году мы тоже были в тройке, в этом году третьи. Конечно, не всегда все получается, но стараемся, боремся.